Всем привет! И снова мои любимые черные звездчатые сапфиры. Вы очень часто и много спрашиваете. Кстати, спасибо, что вы разделяете мой интерес. Очень много заказов поступает. Мы с трудом находим нужное количество. Довольно сложно. Прям уже по подвалам, там, по Таиланду, у дедули, бабуль ищем в запасах. То есть их давно уже не добывают. Вы часто спрашиваете, покажите, что есть в данный момент на руках. Практически ничего никогда у нас не бывает, потому что мы находим камни под заказ. И вот в данном случае на черные звездчатые сапфиры покрупнее у нас стоит довольно большая очередь. То есть люди ждут несколько месяцев, чтобы мы нашли подходящий камень. Но у меня на руках скопилось небольшое количество камней чуть помельче. Они очень хорошо подходят для женских колечек. И даже есть пару дизайнов, я придумал новых для женских колец. Смотрите, когда мы снимаем черные звездчатые сапфиры, мы не можем, очень сложно показать одновременно и рисунок, и звезду, да? Вот смотрите, показываю на двух камнях звездочку, сейчас вы наблюдаете. А на остальных звездочку показывать не буду. Она везде четкая, ровная и очень такая яркая, да? Просто тут получается как, что или рисунок показывать, или звезду. И то довольно сложно снять, то есть нужно действительно 2-3 дня подбирать освещение. Это мы по улице, когда идем, у нас то тенек, то солнышко, там видно рисунок, и звездочка, без звездочки, с рисунком, здесь так не получается. Вот смотрите, выкладываю камни под номерами, открываете описание под видео, там есть цена, смотрите стоимость. Вот эти все камни сейчас, в данный момент, в наличии. Вы можете написать, скинуть небольшую предоплату и его забрать. Мы делаем колечко, доставляем вам. Вы получаете с сертификатом обязательно. Можете еще раз проверить где-то по месту жительства, сделать повторно другой сертификат. И только тогда вы отдаете остаток суммы. Стоимость всех этих сапфиров $300 за карат. Часть из них гретые, часть не гретые. Значит, это примерно смысл какой? Это примерно одно и то же. То есть просто для носки, для ношения ежедневного, повседневного разницы никакой нет. Да, гретый камень или нет. У меня лично почти все мои камни греты, и ничего в этом плохого не вижу. Сертификаты делаем. Расскажу, уже было об этом видео, но давайте, чтобы эфир заполнить, да, расскажу, откуда звезда. В этих камнях игранят только вот в такой форме, только кабошоном. Это называется кабошон, да, французское, кстати, название. В этих камнях расположены микроскопические, невидимые глазом включения. Они бывают из рутила, да, такие волосочки, полосочки. И бывают трубочки, просто полые трубочки. Они микроскопические, они расположены таким специальным образом, что при правильном освещении возникает звезда. Далее, откуда вот эти мои любимые инопланетные рисунки, микросхемы? Да, я уже говорил, что если бы в культуре чужих, помните фильм «Чужой», да, были кольца и камни, они бы носили 100% черные звездчатые сапфиры. Откуда вот эти вот рисуночки? Это зоны роста. У сапфира, у корунда есть так называемые зоны роста. Об этом тоже смотрите отдельно подробное видео, выложено оно. Давайте я прикреплю его внизу, да, оно на канале у меня давно уже выложено. Это зоны роста, вдоль которых расположился вот такой минерал рутил в виде золотистых волосочков. Это очень-очень большая редкость. Примерно 99.9% черных звездчатых сапфиров, они без этого рисунка. Просто черный и все. Да? На мой взгляд, это совсем-совсем не так интересно. Мне вот приглянулись именно такие зонами роста. Еще бывают аномальные зоны роста, где кристаллы друг к другу прилипли, срослись, один врос в другой, тогда рисунок получается совсем интересный. И интересно их называют по сертификату Golden Black, золотой-черный. Потому что, видите, он сам по себе черный, а волосочки рутиловые, они получаются золотистые. Да? И вот таким образом получается уникальный рисунок.
не добывают этот камень уже лет примерно 5-6 как. Обширная добыча закончилась больше 10 лет назад. То есть 10 лет назад стали добывать меньше, меньше, меньше. И 5 лет назад совсем перестали находить. Добывали именно вот в таком сочетании, то есть черные звездчатые и с золотистым рутилом, только в одном месте в мире. Это страна Таиланд, а провинция называется Чантабури. И там есть небольшой совсем райончик, где все это находили когда-то. Давно уже не добывается. В плане инвестиций отличный камень, потому что я помню, что 10 лет назад он стоил, ну знаете, долларов по 15 за карат. Сейчас 500, да? Причем есть уникальные экземпляры. Я совсем недавно закрыл сделку. Уникальный звездчатый сапфир. Я про него прям отдельное видео сделаю. Был продан за 21 тысячу долларов. И это не предел. Есть за 50, за 70 и за 100 тысяч долларов. По мере нахождения и прихождения их в мои руки, ну, как только у меня в руках появится, да, я буду вам стараться рассказывать, показывать видосики. Дело в том, что не все владельцы таких дорогих уникальных камней хотят, чтобы их где-то вообще показывали. Я уж не знаю почему. Мне кажется, хвастаться мы любим, это в нашей природе. Но они этого не хотят. Но, собственно, все, что видели, это вот все прямо сейчас есть у нас на руках. Пишите в WhatsApp, забирайте, сделаем что-нибудь интересное, красивое. Если вы не хотите именно у нас колечко такое заказывать, я могу вам просто камень доставить. Доставка в любую точку мира бесплатная. Сертификат тоже входит в стоимость. То есть больше, кроме стоимости камня, больше ничего доплачивать не нужно. Если заказываем кольцо, это уже отдельно мы обсуждаем по стоимости. То есть рисуем модель, перерисовываем, еще рисуем, делаем колечко и доставляем. Всего хорошего, спасибо за просмотр, всем здоровья, всех с наступившим праздником.